Доброе утро, ребята! Ну что, на английском сервере сегодня наконец-то добавили новую акцию. Сейчас мы в нее поиграем. Я вам показывал, сегодня будет обнова на английском сервере. И я вам показывал акцию с Тайваня. Ее уже добавили на английский сервер. То есть, соответственно, скорее всего, она будет и на русском. Называется она Board Game Bash. Вот так вот. Она называется здесь. В общем, ожидаем ее на русском сервере. Сейчас посмотрим, покажу вам, что есть. Вот такие вот плюхи, такие же точно, как и на Тайване. Только единственное, здесь видите, за два пазла добавили уже. За один просто ПБшку дали. На Тайване, конечно, было покруче. Здесь у нас идет кулаки. Так, правила. Вот. 100к кулаков, 350 коробок, ПБшка, Космо. За 2, за 3 Камик Рок, Insane Rune, вторые за 20, Зефирика 50 осколков Зефирки. Нифига себе, крутиз целый. Вот так вот, поехали. У нас есть 6 попыток за пак. Я не помню, тут были бесплатки, не были. В общем, получаем мы за 5. За пятерочку получили четвертые. Так, три штучки. Ну, блин, осколки, конечно, собрать это Unreal, наверное, таким темпом. 150, это получается 7500 самов. Тоже неплохо. Поехали, следующее. Вот, один осколок. Ну, это, конечно, жесть, собрать столько осколков на первое место, на этот, ну, за 10 осколков. Я думаю, это, ну, как побочка, вспомогательная акция. Это реально круто. Смотрите, на второй круг у нас уже удваиваются награды. Офигеть! То есть есть в этом, конечно, прикол. 200 книг. И еще раз 10 сундучков. Вот так вот. Один пока у меня осколок доступен, но потом поменяем, зайдем. В общем, вот так вот. Пока не перезагрузили сервер, надо забрать это все. Ну чё, как вам эта акция? Я не знал, что будет удвоение, но, блин, классно. Реально классная. Видите, поменяли награды на Тайване, все-таки было плюс. Так, чё отсюда? Убрали карты Архидемона. Походу, да. На Тайване все-таки был плюс то, что там можно было за один получить космо. Но здесь вы можете получить бесплатно вольта. В принципе, это тоже классно, если повезет. Ну, видите, здесь за одну только ПБшку дают. На русском сервере я боюсь, что, скорее всего, у нас поменяют награды, к сожалению. Хотя, может, нормально выставлять. Все зависит от локализаторов больше. Что у нас еще есть? Орбы, мистические гифты, бонусы. Давайте зайдем глянем. Ну, в общем, вот так вот. То есть идет удвоение с каждым левелом. Ну, как по мне, это круто, но на английском сервере, на русском, если такая будет, на русском вообще выгодно играть, потому что на русском сервере донат намного дешевле, вот плюс вы получаете попытки, в принципе, одни и те же. Вы получите там за полпака 5-6 попыток. Поэтому это реально выгодно на русском сервере будет. Если опять же сохранят такие плюшки. Потому что здесь, ну, есть разница тоже между акциями на английском. Но здесь зато на рынке вы получаете, если берете, вы получаете обалденные плюхи. Вот я, допустим, забрал только что полпака. И вы видите, сколько я получил. 50 с лишним самоцветов. Ну, если с бонусами, то это 60. Так, вот так вот. Новый герой будет называться у нас Фобос. Вот так вот. Новый скилл. В общем, апдейт будет. Можно вот уже даже почитать на этом. Короче, такие вот, ребятушки, у нас дела. Игра реально обалденная. Так, это арбы у нас. Ну, давайте зайдем, посмотрим, что там. В них тут тоже 5 штук. Тут тоже такое себе падает.
нас обновят сервер, выбросит нафиг, еще не засчитают наши плюхи. И они и так не влезут, наверное. Не обновили, может, они не будут обновлять. Но видите, не добавляют большого пака, то есть сейчас где-то сделают рестартик сервера. На русском, скорее всего, обновление будет уже завтра. Но эта акция реально просто мега крутая. Я не знаю, я надеюсь, что плюхи сделают такие, как на Тайване. Это было бы просто космически бомбически. Но видите, здесь уже изменили награды, здесь надо две плюхи. То есть без доната, к сожалению, за одну попытку этого не вытащить. Но вот второй круг уже, видите, плюс два. Можно два огника вытащить там. Но это опять же, это вы будете бегать. Оно, я так понял, с каждым кругом будет. За каждых 1400 дают вам. С каждым левелом будет улучшаться уровень. Вот так вот, то есть этого я не знал с Тайваня, например, я просто, ну, не видел этого, мы там даже, в принципе, так и не играли. Вот, ну, это радует. Вот, все, connection failed. Нас убрали. Давайте забежим на немку, посмотрим. Тут через час обновляется, в принципе, где-то сейчас и должны уже тоже здесь акции поменяться. Может, и здесь открыли. Но на русском сервере я пока не видел. У-у-у, нифига себе, коллекционер. Посмотрите, какие плюхи дают. Хорош. Вот это реально хороши за оккультиста. Здесь просто тупо сумки раздают. И дают новый фонд за свалено. Неплохо. Так, пират, это у нас, по-моему, вчерашний, да. Пират. Или здесь в 10 меняют, там что-то парни писали, да, наверное, акции здесь не поменялись. Сейчас я выведу, гляну быстренько. Так, это ролл. X10. По-моему, здесь поменены награды. Сейчас посмотрим. Да, вчерашние еще плюшки. Через 2 часа аж в 11, получается, поменяют. Ну, надеемся, может, и здесь сделают. Сейчас так пробежимся, глянем. Не, это все вчерашнее. То же самое. Давайте глянем еще на этом, на Индонезии, там тоже бывает, может, там есть. Но если добавили на английском сервере, то я думаю, что уже и на остальных серверах тоже это будет. Сиса дала один осколочек. Так, Ledger Dynamor Явара. Ну, тут ничего не понятно, но вряд ли это эти акции. Короче, если дали на английском, по-любому будут на остальных. Я думаю, они. Хотя, тут, знаете, тут раз на раз не приходится, но вот перед обновой, в принципе, они сделали эту акцию сегодня. Да, тут ничего такого нету. Блин, вот этот. Вот эти вот паки просто обалденные.
какой там еще сервер у нас обновляют. Ну давайте еще на Испанию забежим, глянем. Может, здесь обновилось. Ну, это, конечно, акции, знаете, кому как повезет. Коллекционер. Космо продают целого, нифига себе. Ну, конечно же, дороговато он стоит. Абона забирает, кому понятно, это накопление идет. Это не та акция. А вот это, по-моему, та. А может и нет. Нет. Лови. Да, 11. Да, только пока на английском сервере. Ну, да ладно, будем ждать, надеяться на русском сервере. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.